Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру игрока в NHL 16. Макс Ведяшкин снова с нами. Почему у него тут закрыты глаза, я не знаю. Странная фотка, ну ладно. Играем мы в гостях. И вообще, Хэмилтон Бульдогс, да? У нас, между прочим, это последний матч испытательного срока. Что бы это ни значило. Что бы этого ни значило. Тренировок у нас нет, потому что мы все использовали. Вот, давайте посмотрим развитие. Я просто хочу удостовериться. Броски, ну-ка. Ага. Сила щелчка. Вот мне писали, кстати, в комментариях, почему не щелкаю. Вот, видимо, поэтому... в смысле, так как я не щелкаю в матчах, поэтому здесь сила щелчка и уменьшается. Надо щелкать, надо щелкать. У нас причем щелчок-то лучше прокачан, чем кистевой, как ни странно. Хотя нет, все-таки кистевой 73, а тут 72, а сила одинаковая, 76-76. Хорошо, ладно, заметано. Будем побольше щелкать. Вот, ну что ж, и да, чтобы баланс в игре был, будем гостевые матчи играть на звезде, домашние на профи, как это обычно у нас и было. Поехали. Так как играем в гостях, естественно, играем на звезде, бульдоги. Та самая собачка из мультика Том и Джерри, да? Нет? Ну и не только Том и Джерри, вообще похоже, такой бульдог классический, американский, во всех фильмах, там, мультфильмах. У них на футболке изображен. Ну что ж, знаете, что меня радует больше всего в NHL 16? То, что загрузки матча стали раза в три быстрее. И это круто. Ну что ж, как обычно, мы начинаем матч. В первом звене Ведяшкин. Максимка. Давай. Испытательный срок подходит к концу, и нам нужно завоевывать доверие тренера до конца. Грэхэм на воротах. Ну что ж, первый был щелчок, как видите. Неплохой. Так, и мне говорили, что нужно в оборону. Я и так как бы в обороне всегда был. Но, оп, не достал тут клюшкой, не достал. Пусть фиксирует шайбу, я не буду запрашивать такие моменты. Знаю я, к чему это может привести. Поэтому лучше останусь в стороне от этого эпизода. Ведяшкин, отлично. Ну, вот здесь вот запросил, и потери шайбы у нас. Защитник, 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 как обычно, стоит и ничего не делает. Аморфно. Играет очень аморфно Ведяшкин. Получает шайбу справа. Ведяшкин. Бросок. Нет. Еще. Нет. Дважды накрыли Ведяшкина. Надо возвращаться назад. Возвращаться в оборону. Хотя меня хотят, чтобы... В общем-то, я заменился, да. Нет связи с командой. Что? Не обманывайте меня, пожалуйста. Достаточно долго просидели. Но выходим сейчас. Вторая наша смена. Ну-ка. Отлично, Ведяшкин. На замахе. Ну-ну-ну. Надо назад отдавать. Да. Ведяшкин! Бросок из-под защитника не вышел. Уже сколько? Три броска наших накрыли, к сожалению. Отлично, Ведяшкин. Ну-ка, щелкнуть отсюда. Ох, хороший щелчок, на самом деле. Так, откатываемся назад. Много сил потратили в этой атаке. Ведяшкин. Оп. Накрывать надо, накрывать. Тыкать, тыкать клюшкой, чтобы не бросали. За ворота может пас пойти. Защитник, вот, хорош сейчас. И раскатываемся вперед. Да, на смену уходим, 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 уходим на смену, уходим, уходим. Уходим на смену. Прямо в центр круга надо вставать, чтобы смениться. Это я уже понял. И с этим некоторые проблемы возникают. Ну что, пока 0-0. Пока 0-0. На оценки я пока внимания не обращаю. Еще пока особо... Это традиционная наша ошибка. Не надо запрашивать, потому что наш защитник постоянно уходит за ворота. Прям по традиции. После нашего выигранного вбрасывания. Ведяшкин. Ведяшкин. Кистевой. Выше ворот. Так, здесь можно побороться за шайбу. Отлично. Снова Ведяшкин. Отбор. Ну, нам только никто не помогает, к сожалению, с партнеров. Вот тут Ведяшкин. Нет. Все же нет. Так, спокойно. Так, 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 силовой. Отлично. Затарабанил там игрока бульдогов. Ведяшкин. Ну вот, вот вам, пожалуйста, щелчок, блин. По шайбе промазал. Ну бывает, что тут поделаешь. Так, смену пока не требуют.
Играем, значит. Играем, играем, играем. Тихо, зря я блокировал. Да. Они в пас разыгрывают. Зачастую. Силовой. Хорош. Ведяшкину. Контратака. Ведяшкин. Бросок по центру. Ну, Грэхэм на месте. Смотри-ка. Разыгрывает шайбу. Хочу меняться. Хочу меняться. Хочу меняться. Меняться. Меняться хочу. Вообще хотел смениться, поэтому нажимал кружок, но никак не щелкнуть оттуда. Это было смешно. Я не видел, что снизу происходит. Блин, ну как выносливость удерживать, если нас не меняют вовремя? Как? Скажите мне, пожалуйста. Ай-яй-яй. Как же так? Защитник, защитник. Что ж ты делаешь, ты, дружище, бунтинг? Ведяшкин, давай. Точно. Ладно, клюшку поднял хотя бы, Ведяшкин. Отлично, передай. Долго как. Мур готовился к броску. Такая передача, а, была. Сейчас мог быть гол. Чуть выше перекладины, а? Щелчок. Хороший был у Ведяшкина. Отрабатываем в обороне. Невысокий темп, по крайней мере. Ох. Иногда наши игроки разочаровывают меня все же. Грэхэм. Или просто Грэм. Надежен. Так, нет связи с другими игроками у нас. Атаки отлично, защита неплохо, командная игра. Не просите себе пас только потому, что вам хочется повести шайбу. Ой, давайте без этих советов капитана очевидности, пожалуйста. Мы уступаем по броскам бульдогам, но тем не менее, пока что в счете не уступаем. Ведяшкин, хорош. Здесь все правильно сделали. Ведяшкин направо, да. Мур. Ведяшкин. Поменялись позициями. Ведяшкин удерживает шайбу. Уходит, уходит за ворота. Ведяшкин. Ну, это удаление, да. Заработал удаление, хорошо. Оставьте меня на льду, спасибо. Ведяшкин. Проиграл вбрасывание, но наша шайба наша. Щелчок. Там на месте все. Все на месте. Еще один щелчок. Еще один щелчок. Почему бы не бросать побольше, да, Ведяшкин? Тихо. Опа! Я видел, что наши нападающие там закрыли обзор вратарю. И решил испытать удачу. Но пока что шайба не в воротах. Много бросаем в этом матче. Так, так, так. Выиграли, выиграли. Ну что, это наша голевая передача, мне кажется. Разве нет? Давайте посмотрим повтор. Во-первых, я проиграл, казалось бы, вбрасывание. Но потом наши навязали борьбу, в том числе и сам Ведяшкин. И после того, как от Максима шайба отскочила, Амур ее послал в домик вратарю Грэму. Ну-ка, нет, даже не в домик, в угол. Я все же не понял, как она у него оказалась. Ну да ладно. Передачу нам засчитали. Отлично, голевой пас опять-таки. Хотя в этом матче я больше показываю стиль снайпера. То есть сам пытаюсь забросить. Так, назад. Только вперед поехал. Сразу контратака. Ничего страшного. Хорошо. Мур. Давай вперед. О-о-о-о, в недодачу. Как он нам выкатил тут, а? Отлично. Все, спокойно. Давай, заходи в зону. Дальше будем разыгрывать. Ведяшкин. Перед... Ай-яй-яй-яй-яй. Прошло бы, было бы 2-0. Надеюсь. Хотя наши медленно очень там действуют. Так, тихо, тихо, тихо. Ой, спину как больно-то, наверное. Мур. Ох, силовой. Не успел я. Зря партнер наш взял. На себя. Да ну, меняйся ты, дружище. Со сменой тоже беда. Теряю драгоценные секунды на этом. Ну что ж, по крайней мере, ведем в счете. Еще 4 минуты 23 секунды играть. Брасывание. Ну что ж такое. Еще, еще, еще давай. Ай-яй-яй. Контратаку упустили. Отлично. Перехват состоялся.
Спокойно. Пятак. Пятак контролируем. Ну, 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 бедяжки. А я ничего не мог тут сделать. Он сам не перехватил. Я занимал правильную позицию, вы видели. К сожалению, не удалось перехватить шайбу. И Мэтт Лав воспользовался оплошностью. Сравнял счет. К сожалению, опять пропускаем, когда на льду. Но что делать? Так, Яшкин. Максим. Где шайба вообще? Шайба у соперников. Сейчас было бы смешно пропускать. Яшкин. Нет. Еще раз. Нет. Снова нет. Масса отборов. Надо назад возвращаться, возвращаться быстрее. Хорошо. Нет, плохо, плохо, плохо. Пусть фиксируют, пусть фиксируют. Я хотя нажал сейчас, запросил, то есть. Но потом подумал, что хорошо, что он зафиксировал. Иначе бы перехватили, в пустые ворота бы забросили. Ненавижу. Что там происходит? Ведяшкин. Удержал шайбу. Мур. Ведяшкин. Нужно было сразу бросать. Мур, да. Еще одна голевая передача. Это 2-1. Контратака. Только вышли, сразу же организовали атаку. Голевую, между прочим. Брайан Мур. От него требовалось вовремя отдать Ведяшкину, а дальше вовремя занять нужную позицию и поразить ворота. Отлично, все сыграли мы здесь вдвоем. Хотя Мерсье нам еще тоже ассистировал. Кстати, Мур делает дубль. Вторая его шайба. Ведяшкин. Ну-ка, щелкни отсюда, почему нет? Все упали. Ну, этот щелчок привел к тому, что будет вбрасывание в чужой зоне. Отлично, бросок, бросок нужен. Да, неплохо. Мур подобрал. Ведяшкин на пятаке. На пятаке пока слабо играем. От нас требуется именно там создавать трафик. Все остальное. Тихо. Перехват отличный. Ведяшкин. Мур. Снова они. Ведяшкин. Бросок. По центру, к сожалению. Грэм парирует. Ну, сейчас нас заменят, да. Период нам не дадут доиграть. Там всего 2 секунды, но... Тем не менее... Ожидается симуляция. Я не мог отсимулировать эту секунду. Ну ладно, начинаем. Второй период. Пока что все удачно, на самом деле. Пока мне нравится, как мы играем сегодня. То есть не особо такую значимую роль, казалось бы. Но при этом поучаствовали во всех шайбах. Даже в пропущенной. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, Ведяшкину не даете. Ведяшкин сразу бросил. Грэм на месте. Сначала я его Грэхэм обзывал, теперь он у меня стал Грэмом. Ну ладно. Ай, Ведяшкин, ну выстави, да, клюшку, перехвати. Отлично. Защитники молодцы. Ничего не скажешь. Тихо, тихо. Ну вот смотри, куда он выдвигается, защитники, имею в виду. Бросает партнера. Хотя я вроде там заиграю с тем, кто с шайбой. Ну все, сейчас забросит, нет? Очень странно играют защитники, очень странно. То есть мне всегда надо смотреть за теми, кто открыт. Только начинаю кого-то встречать, открывается там игрок, то есть бросают кого-то. Это очень стрёмно, на самом деле. Ой-ой-ой, бросание проиграли. Ведяшкин. Давай налево, Максим. Хорошо, Бунтинг. Ой, сыграл, блин, великолепно просто наш левый нападающий. Кроем, 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 кроем. И так смотрим. Знаю я вас. Вратарь хорош. Нет? Да, я ждал этого. Господи, ну что делают защитники-то и нападающий тоже. Ведяшкин. По борту. Максим Ведяшкин. Уходит, бросает. Можно добросить. Бунтик. Еще Ведяшкин. Нет, 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 нет. Возьми шайбу, Максим. Максим, Максим, Максим. Максим! Сам хотел. Сам хотел забросить. Мур. Дальше по борту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, на смену? На смену надо уходить. Но нас не меняют. Ладно, играем. Бесполезно проситься самому на смену.
Яшкин. Ой-ой-ой. Силенок-то уже не хватает. Ай, тренер, тренер. Тут еще и тренерские косяки. Надо было менять нас. Ё-моё, раньше. Пропускаем. 2-2. Могли забросить, а в итоге пропустили. Обидно. Ай, рано. Яшкин только вратарю мешает, по-моему, в таких ситуациях. Поэтому я выдвигаюсь вперед. Да, оборона, оборона, оборона. Что с ней делать-то нам? Максимка, ну что ж ты? Вбрасывание-то стал проигрывать. Говорю, только начинаю выдвигаться, все становятся открытыми. Яшкин. Яшкин. Ну же! Раньше бросать надо, Мур, раньше. Хэт-трик не хочешь, что ли, оформить? Или не ты? Или ты? Кто там у нас оформил хэт-трик? Может. Кто две шайбы-то забросил? Да. Ну что, на смену на 5 не уходим, да? 5 стоим. Ладно, ладно. Допустим. Допустим. Накрыть не получается. Тихо, тихо, тихо. Знаю, я знаю, что он сюда пойдет пас, да. Как мог мешал ему. Как мог. Да что ж такое-то, ну, ребят. Помогите. О, все. Нет. Ведяшкин помог тут своей клюшечкой. Здесь своими конечками. Да ё-моё, ну. О, вышли в атаку, слава богу. Ведяшкин. Бросок, ой, совсем не точно. Мур. Ведяшкин. Щелчка не получается, устал. Окончательно устал. Смены опять нет. Я в шоке. Смены нет, наверное, потому что контратака идет, нет? Возможно такое. Возможно, но это еще один гол. Я не понимаю, как играть в таких ситуациях пока. Вообще не понимаю. Нас перебросали, кстати, вообще по полной. 31-17. Ну, вроде отдохнули, да. Атака сразу на наши ворота. Яшкин заблокировал. Бунтинг. Угу. Красавчик. Так, 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 всех блокируем. Угу. Защитник. Молодец. В принципе-то справился. А там опять. Два человека стоят за воротами. Два человека. Не чтобы крыть игрока. О боже мой. Как мне с такими партнерами что-то выигрывать вообще? 5-4 играем. Ну, то есть в меньшинстве 4-5. Ну, неужели? Неужели в самом деле? Выиграли вбрасывание, и тут же партнер наш потерял шайбу. Харпер. Яшкин, бедный Ведяшкин, мне его жалко. Все делает, чтобы помочь команде. Команда все засирает в итоге. Хилл, давай обратно. Ведяшкин, контратака. Контратака, Максим! Ну же! Надо было в ближний бросать. Грэм, может быть, бы не справился. Сколько перехватов от Ведяшкина, а? Время-то идет, кстати. Смены опять нет. Замечательно. Иногда нас меняют, когда мы вообще не устали. Иногда просто уже изнемогаем. Но нет, нас не меняют. Назад катись. Давай, давай, Ведяшкин. Хорош. Максим Ведяшкин. Передача очередная. Нет шайбы. Было близко, по крайней мере. Я так просто упал. Ради приличия. Так, очередная смена. 18-35. Ужасная статистика по броскам. Что, опять меньшинство? Или это все то же самое? О, да серьезно? Нас выпустили, когда
Еле живые. Интересный ход тренера. Непонятно для меня лично. Ну же, ну же, ну же. Да. Все очень плохо. Тренер непонятно, что творит наш. Просто вынеси. Просто вынеси. Давай, Борис Ведяшкин. Максимка, Максимка. Терпеть надо. Всю выносливость сейчас опять зафейлим. Все. Дайте мне смениться, пожалуйста. Специально сделал проброс уже. О, пока мне многие вещи тут непонятны. То есть, игра говорит, типа, не уставай. Сама же игра такая, типа, а мы тебя менять не будем. Бросай! Ой-ой-ой, с острого угла. Играй как можешь, типа, как хочешь. Не бегай вообще, стой на месте, но не уставай. Пятая шайба в наши ворота, вратарь просто красавчик. Красавчик, красавчик, красавчик. Плохая оборона взаимна. Очень плохая оборона взаимна, я бы сказал. За пол матча мы пропустили 5 шайб. Ай, все очень плохо. Ну давай, Максимка. Да блин, ну судья, сколько можно? Будем бегать на максимум. Вставать быстро. Ну хоть как-то помогать команде, да? Ведяшкин. Щелчок, играем на месте. В этом матче я много щелкал, много щелкал. Окей. Тренер, тренер. Во многом его поражение будет сейчас. Изнемогающих хоккеистов выпускал. На смены. Да ну. Я только успеваю выйти, мы пропускаем. Бывает, да? Вот что тут сделаешь? Угу, давай, давай, вперед, сразу. Да ну. А, господи. Лишние пасы. В итоге, само собой, скорость уже потерял, так мне в зону не зайти уже. Сами они не могут. Сами они не могут. Мур. Ведяшкин. Ну, конечно, со своим столкнуться. Почему нет? Очередная передача. Острая. Бунтинг. Ну, что ты делаешь? Что ты сделал? Тупят, конечно, партнеры. Так страшно тупят. Давай на смену. Отдал пас и на смену укатил. Ой, 2-6. Офигеть. Ну что ж, 3-6, забросили шайбу, между прочим. Я не знаю, может быть, в той атаке, когда я вот сделал передачу и ушел на смену. Было бы забавно, но... Мы никакие задачи тренерские, само собой, не выполним в этой встрече. Мы, наоборот, ухудшим свои показатели. Особенно в обороне. Ведяшкин. Ведяшкин. До-хо-хо-хо! Вот она пошла шайба-то. Вот она. 4-6. Две голевые шайбы. Ну, отличаемся, само собой. Макс Ведяшкин с передачи Мура. Первая же атака. Очень часто такие залетают шайбы в НХЛ. Ох, какой бросок-то получился, а? Продолжаем. Выиграть. Хорошо, да сразу же. Ведяшкин. Еще разок. Ведяшкину, ну. Ай-яй-яй. Еще Ведяшкину. Еще Ведяшкину. Чуть не вколотил уже там в упор. Я буду больше запрашивать, потому что через меня хоть как-то получается атаковать. Ага, только защищаться вообще не получается. Ни через меня, ни через кого бы то ни было. Ведяшкину давай. Хорош, Ведяшкин. Ведяшкин. Устремляется. И в противоход. Еще бросок. Ведяшкин. Передача. Да. 5-6. 5-6. Третий период просто великолепно начали. Совсем другая игра уже. 5-6 и одна шайба. Одна шайба теперь отделяет нас от того, чтобы сравнять счет. Со счета 2-6, между прочим. Где там наши партнеры? Ведяшкин. Так, поехали, 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 поехали. Ведяшкин перекладывает. Бросок мимо. Поточнее бы, да? Ну-ну-ну. Подбора-то нет, да? Подбора-то нет. Прессинг. Прессинг. Хорош, Ведяшкин.
Остались в зоне. Снова Видяшкин. Ну, яй-яй-яй-яй-яй-яй. Видяшкин, ну, мимо. Что-то стало получаться. Что-то стало наклевываться у нас. Видяшкин. Ой-ой-ой-ой-ой. Партнеру передача была. Ладно, ничего страшного. Снова зайдем. Бунтинг. Бунтинг. Видяшкин сразу бросает. Можно было переложить шайбу, потом бросить. Продолжаем прессинг. Продолжаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Поторопился партнер с передачи здесь. Поторопился. Удаление. Лады прессинга называется. Перестарались. Но, тем не менее, 5-6 счет. 5-6. 5 на троих. Ой-ой-ой, сейчас будет 5-7. Нет? Ну что, в смысле, почему я все еще тут? Дайте мне просимулировать дальше. А, типа все, закончилось наше удаление. Играем вчетвером теперь. Так, Видяшкин. Одного положил. Прессингуем. Прессингуем. Защита, помогай. Хорошо. Так, только не надо еще раз удаляться. Видяшкин. Ждать. Я успел, по-моему, помешать сейчас в падении. Успел. Меняйте, я устал. Хорошо, спасибо, тренер. Надеюсь, наши додержатся там. И потом в равных составах мы что-нибудь попытаемся еще сделать. Нас снова выпускают, хотя я не отдохнул. Черт, ладно. Проброс. Может, нас опять заменят? Нет, конечно, нет. Вчетвером. Уставшие. А, отбрасывание-то. Проиграли. Назад. Видяшки, надо работать. Стремляемся назад. Накрыть. Ничего нельзя было сделать. Ничего. 5-7. Зачем нас тренер выпускает уставшего? Я не знаю. Мы и вбрасывание не можем выиграть из-за этого. Мне кажется. Не меняет по-прежнему. Блин, две шайбы всего лишь. В одной были. От того, чтобы сравнять. Жаль, очень жаль. Очень-очень жаль. Это я думал, что будет пас. Хотел перехватить. Но ничего не вышло. Так, отлично. Ну, вперед. Пошли. Ну, Видяшкин. Остановись. Партнер. Партнер-то открыт был. Казалось бы. Но только казалось. О, боже мой. Сил вообще нет. Передачку. И на смену. Там, кстати, опасный момент получился. 31-42 по броскам. Снова не успели отдохнуть. Снова нас выпускают. Да, выносливость точно себе покоцаем. Серьезно. После этого матча. Видяшкин. Отлично, Бунтинг. Видяшкин. Можно было пас отдать Муру на самом деле. Обратно я бы уже в угол пустой бы забросил. Хорошая атака получилась. Но что толку-то, мы не забрасываем. Все, теперь точно отдохнули. С новыми силами в бой. Да, только вот проиграли вбрасывание, к сожалению. Тихо. Ну, как вот его крыть, я не знаю. Давай, Видяшкин, возьми шайбу ты. Ну, ё-моё. Как это меня раздражает в НХЛ 16, что они почему-то не хотят разворачиваться, чтобы принять шайбу, собственно. Видяшкин! А, Харпер перехватил. Там так здорово было все. Так, силовой неплохо зашел. Снова устали. Ну, а что делать? По-другому тут никак. Я снова не могу перехватить шайбу. Как бы не пытался. Давай вперед. Видяшкин. С последних сил уже. Макс Видяшкин, бросок. Грэм. Три голевых и шайба, но 7 пропущенных при этом. Понимаете, да? В обороне мы вообще 0 полный. Хотя, что бы там от нас зависело? Что могу, то делаю. Мур. Ну, не надо было так. Я уж думал, он как бы развернулся под
другой хват. Я думал, сейчас отдаст мне на пятак. Открывался туда, он за ворота. По борту отправил шайбу. Давай, Ведяшкину. Хорош. Макс Ведяшкин. Стремляется вперед, останавливается. Передачу делает. Партнер бросает с неудобной руки. К сожалению, ничего не вышло. Там наш хоккеист вообще просто стоял. Сейчас видели? Ведяшкину приходится просто бегать по всему полю. По всему льду кататься. Ведяшкин. Ходим на смену, как только нас попросили это сделать. Ну что, 5-8 пропускаем, по крайней мере, без нашего участия. 5-8, вот это счет, а? Отлично. Ведяшкин. Бунтинг. Ведяшкину. Еще пас. Ну, шайба скачет. Бунтинг. Еще пас. Ну... С неудобной. Жаль. Еще. Ведяшкин. Еще пас. Бросок. Где? Где же бросочек? Ведяшкин. За ворота. Нормально. Мур. Ну, забросьте вы уже, ребята. На третьего. Так разыгрываем. Раз за разом. Раз за разом. Броска нет. Что ж такое-то? 3-15 до конца. Ну все, мы проиграли этот матч. По крайней мере. В атакующих действиях не к чему прикнуть, мне кажется, Ведяшкина. Столько сделал для команды. Иногда и в защите помогает. Вот. Давай, Мур. Ведяшкин. Что за броски, блин? Что это вообще? Ой. Меня там заблокировали, к сожалению. Не смог поучаствовать в этой атаке. Нормально. Мы на льду. Выиграли, выиграли. Бросок мимо. Ведяшкин снова. Ведяшкин! Ну же! Ах! Опять не протянул клюшку за шайбой сейчас почему-то. Спокойно, мне давай. По борту, да, отлично. Все через меня надо играть, иначе ничего не получается. Ведяшкин. И ведь отдал, ведь почти точно мне партнер. Ладно, все, на смену, на смену, на смену, на смену, на смену, на смену. А, черт, а так опять с плюсом у нас за этот матч. Оборона. Я бы 2 поставил. Просто за то, что участвуем в этом звене. Ай-яй-яй. Опять рано. Опять рано. О, хорош. Ой, хорош, Ведяшки. Ну-ка щелкнуть отсюда. Там подправлял Мур. Я сейчас не просил пас. Я не знаю, зачем он мне выдал шайбу. Харпер. Харпер стоять. Здесь еще один перехват. 2 перехвата от Ведяшкина. И... Ну, в дальний угол. Дальний открыт был. Черт, а. С последних сил Ведяшкин. Защитники опять все выпускают. Я в шоке с них. Просто в шоке. Давай, 35 секунд осталось. Сил больше нет. Сил больше нет. Ведяшкин, ну! Штанга там... Все-таки заколотил. Засчитает нам еще одну голевую передачу или нет? Бунтинг там просто, не знаю, запихал вместе с вратарем шайбу. Было забавно. Да, засчитали передачу Ведяшкина. Ну что ж, ладно. 6-8. Вот это матч. Вот это матч. И получается у нас что, 5 голевых или 4 голевых? Нет, 4 голевых и 1 шайба. 4 голевых и 1 шайба. Так, вы не смогли достичь поставленной цели в категории «Командная игра». Чтобы получить максимальное количество опыта, надо достичь цели во всех трех категориях. Так, ну и что у нас тут? Дисциплина и действия в атаке просто в минус. Дисциплина-то почему? А, смотрите, катание, выносливость прибавилась, как ни странно. Броски прибавились, навык с шайбой. Как убавилось сильно действие в атаке. Они у нас как бы прибавлялись, а теперь резко убавились. Дисциплина тоже. Нехти, финты прибавились. Пас прибавился солидно так. Контроль шайбы. Точность кистевого, сила кистевого. Смотрите, сила щелчка. За счет того, что мы щелкали, прибавляется потихоньку. Нормально так, нормально. Выносливость 80 у нас, между прочим. А он так вздыхает быстро. Надо еще больше. Надо 90. Силовой прием, сила.
Смотрите, как защита прокачалась. Я говорил, что у нас защита вообще не ахти. А действие в защите плюс 143, вбрасывание 325, блокировка бросков 227, прессинг клюшкой 156. Я в шоке. Командная игра, там не дотянули. Ну ладно, ничего в этом страшного нет. Итак, испытательный срок у нас закончился. Что дальше? 5 из 5. Заметки тренера. Так, тренировка 66 у нас, между прочим. Тем временем немножко прокачались. Следующий матч играем дома. Так, анализ опыта, полученного за прошлую неделю. Плюс 5000. Игра на поле, тренировка вне льда 269. Ну, нормально. Что тут скажешь? Действие в атаке. Угу. Навык драки. Минус почему-то. Окей. Так, заметки тренера. Ну что, испытательный срок прошел, как бы. Плохая оборона, командная игра. Нет связи с другими игроками. Подъем клюшки соперникам, блокировка соперникам. Все очень плохо в командной игре. Но, тем не менее, так. Нет, все еще 0 часов. Все еще 0 часов. Играем мы следующий матч дома. Значит, на сложности профи, само собой. Спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующей серии. Не забывайте про лайки и комментарии. Всем пока.